Константин Зырянов после окончания карьеры в 2017 году остался работать в структуре «Зенита». С 4 октября стал главным тренером новороссийского «Черноморца», где тренирует очень удачно. За 9 матчей имеет 8 побед во второй лиге и всего одно поражение в Кубке России. Разница забитых и пропущенных – 27-6. Если продолжит развиваться в том же направлении, то станет очень неплохим специалистом.